О том, в какой день ребятам предстоит побороться за звание сильнейших, объявили сразу на открытии турнира. Спортсмены традиционно 22 июня чтят минуты молчания память всех воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. А турнир по вольной борьбе традиционно посвящается герою Советского Союза Ерванту Гороняну. За мужество он был награжден орденом Красной Звезды. Высокое звание героя сочинцу было присвоено в 1944 году. Чтобы наша молодежь помнила, кто ценой жизни, кто ценой героизма, как завоевана была победа. Погибли миллионы людей, миллионы погибли людей. Но они шли в бой, не думая, что они погибнут, а шли в бой, чтобы защитить свой народ, будущее поколение, защитить свою родину от фашистских захватчиков. Всероссийский турнир по вольной борьбе проводится в 15-й раз. Число участников соревнований с каждым разом увеличивается. Приехало более 150 спортсменов из Воронежа, Ростова и регионов Северного Кавказа. А проводились борцовские поединки в Адлерском лицее номер 59. Это спортивная база наших вольников, отремонтированная и оснащенная за счет спонсорской помощи отеля «Весна». Пансионат «Весна» долгие годы является спонсором и участником всех событий, связанных с видами единоборств, во главе с председателем совета директоров Татуляном Рубеном Альбертовичем, который уделяет большое внимание спорту в районе и в городе. И вот это тому пример, что надо жить в дружбе, в мире, и должны споры решаться только на ковре, на спортивных аренах. На ковре вольники разной весовой категории и разной степени подготовки. Есть среди них и мастера спорта. Александр Краснолуцкий выиграл первенство Южного федерального округа в Элисте. Самое сложное, во время схватки нельзя, как бы, надо быть настроенным во время схватки постоянно. Знать, что будешь делаешь, не теряться, тогда все получится. И получилось. В двух весовых категориях на этом турнире победили сочинцы. Хорошие результаты по вольной борьбе показывают и девушки. В Словакии на днях спортсменки из Краснодарского края Сергиенко и Мамедова лидировали на первенстве Европы. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.